Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Rosato Info. Перед нами Motorola Moto G50. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять качество фотографий в камере. Для этого нам нужно открыть саму камеру. В камере в правом верхнем углу нажать на шестеренку и найти здесь пункт «Фото». Дальше в пункте «Фото» у нас есть разрешение фото на основной камере и на фронтальной камере. Здесь можно выбрать высокое, среднее или маленькое разрешение. Чем выше разрешение, тем фотографии качественнее, но тогда они занимают больше места на диске. Если вам важно, чтобы фотографии занимали поменьше места на диске, то мы выбираем какое-то качество пониже. Точно так же можно сделать на передней камере. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.